Приветствую вас, Полина, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вы спрашиваете о том, как стать более эмоционально крепкой, вот, потому что вы замечаете, что на многие вещи вы реагируете плаксиво. По сути, вы говорите о том, как мне стать менее чувствительность. Вот. То есть вы говорите о том, что я чувствительна, слишком чувствительна. Вот, хотела бы стать я менее чувствительна. Честно говоря, для меня вот подобная позиция выглядит не очень хорошо. Для меня подобная позиция выглядит ну, в большей степени, как, знаете, я бы сказал, ну, больше, наверное, неприемлемый, потому что я сторонник того, что, ну, как бы, считаю и полагаю, что человеку нужно, наоборот, развивать вот свою такую, если можно так выразиться, да, чувствительность. То есть, если можно так выразиться, то я считаю, что человеку нужно развивать в себе как раз таки чувствительность, вот. А не бежать от нее, и только так, в принципе, можно стать живым, только так можно быть счастливым. Другой вопрос, интересно ли это вам, другой вопрос, хотите ли вы этого, потому что если вы этого не хотите, если вы хотите стать менее чувствительным, то, конечно, у вас будет складываться такое впечатление, что вы стали меньше реагировать на, например, какие-то раздражители внешние, да? Вот. Но в то же время, несмотря на то, что у вас будет вот такое впечатление, вы увидите, что все больше и больше, по сути, отрываетесь от своей жизни, от себя и не можете быть сам. Какой я вижу выход из этого? На самом деле довольно простой, это учиться обращаться со своими эмоциями, учиться проживать их, учиться проживать свой негатив, свою боль, свою болезнь, на свою какую-то негативную реакцию и так далее. На мой взгляд, это куда более куда более конструктивно для вас история, куда более конструктивная для вас позиция, вот, и мне кажется, что в принципе это то, что могло бы сделать вашу жизнь куда более интересной, многогранной, целостной и так далее, ведь мне кажется, что абсолютно нормальным является тот факт, что нам могут причинять боль. Мне кажется, что абсолютно нормальным является тот факт, что нам может быть что-то неприятно. И нормальным является то, что на какие-то вещи, как вы говорите, есть реакция плаксива. Вопрос ведь немножечко не в этом. Вопрос не в том, что реакция плаксива. Вопрос в том, как вы с этим обращаетесь. Понимаете? Удается ли вам заметить то,
чувства, которые у вас возникают, удается ли вам заметить то переживание, которое у вас появляется, и удается ли вам это переживание прожить в полной мере, ну вот в той мере, в какой вы сами хотите, можете и так далее. Ведь если да, это одно, если нет, это другое. И мне кажется, что задача психолога в том и состоит, чтобы помочь вам в этом, именно в этом, чтобы помочь вам именно в том, чтобы обрести вот эту возможность узнать себя, возможность быть собой, возможность быть такой чувствительной, ну, какой вы являетесь. Мне кажется, это очень важный момент. Мне кажется, что вы от этого пытаетесь убежать. Пытаясь от этого убежать, вы бежите от самой себя. Я не могу сказать, что это то, что, на мой взгляд, сделает вас счастливее. Я могу сказать, что по опыту работы с людьми, это больше, приводит к тому, что человек чувствует себя крайне пустым, я бы так сказал. Человек чувствует себя крайне ну, крайне не собой. Я бы так сказал. Я бы так ответил. Вот. И, соответственно, понятно, что решать этот вопрос можете только вы, понятно, что работать с этим ну, моментом можете только вы, вот, но мне кажется, что двигаться вам нужно вот куда-то вот в том направлении, вот, мне кажется, что двигаться вам нужно куда-то вот в том контексте, да, в контексте того, чтобы повышать свою, именно вот свою чувствительность, как раз таки умение обращаться с эмоциями. И, значит, в свете всего выше перечисленного, тогда можно сделать такой вывод, что приемов каких-то вот таких каких-то секретных приемов нет, потому что все приемы будут в той или иной степени отдалять вас от возможности быть собой. Все приемы будут мешать вам быть настоящим. Вот. Хотя я понимаю, что, может быть, вам это и не нужно, но с моей точки зрения, философии гештальт, терапии, да, с точки зрения моих взглядов и с точки зрения моей практики, не имеет смысла обратить внимание именно на этот аспект. Потому что потратить время на то, чтобы стараться применить к себе то, что работает для других людей, можно всю жизнь. Можно всю жизнь стараться это сделать и в итоге ничего не добиться. А можно просто позволить себе быть собой. Можно просто научиться прислушиваться к себе и выражать свои переживания, какими бы они ни были. Вот. Но это определенный процесс.
Вот это определенный процесс, на это нужно время, вот, на это нужны, ну, нужны какие-то силы, вот. И для этого, ну, наверное, нужен в том числе ваш такой вот запрос. Нужно, чтобы вы сказали, о, да, это вот то, что мне нужно, да, это лучше, так сказать, здорово. Я не знаю, получилось у меня донести до вас свой мысль в полной мере, надеюсь, что получилось. Вот, я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь на обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой.